Всем привет! С вами Юлия и мой факультет рукоделия. И в этом видео я хочу вам показать свое новое приобретение. Не люблю топтаться на месте, люблю изучать что-то новенькое. Поэтому вот вы видите, как я приобрела как раз и распаковываю свою новую вязальную машинку. То есть теперь я решила освоить вязание на машине. Честно говорю, сейчас в данный момент не знаю, с какой стороны подходить к ней. Вместе с машиной я также купила обучение, онлайн обучение вязанию на машине, поэтому буквально через 2 месяца я буду профи. Ну а сейчас смотрите, какую машинку я нашла на Авито. Это совершенно новая, никем не испытанная машина, где-то она лежала у кого-то на даче. Вот, в общем, я буду первый ее владелец. Из машинки достаем струбцины вот такие, машинку ставим на край и фиксируем очень плотно к столу, потому что машина будет при вязании, усилия будем делать большие, поэтому ее очень плотно надо зафиксировать изначально. Все, машина стоит плотно. Теперь мы открываем замочки и движением на себя снимаем крышку аккуратно. Посмотрите на вьё полнейшее, кругом мешочки, пакетики. Смотрите, сниму поближе. Вот, на вьё еще муха не сидела. Пластик весь идеально блестящий, все чистенькое, ровненькое, гладенькое. Так, щелк, здесь все работает. Так, счетчик считает. Тут линейка, все ездит, кнопочки работают. Так, мне еще предстоит разобраться в этих кнопочках. Вторая каретка. О, все. Поехали. Смотрите, иголочки все новенькие, ровненькие, чистенькие, лента чистая. Ой, вообще, я в восторге. Так. Как ездит, не знаю, куда ехать. А, стопорный ключ же. Вспомнила. Вот же, тут ключ просто стопорный. Все это на место возвращаем. Все, поехали. Ах, красота какая. Джик. Ах, какая красота! Видели, как иголки? Все работает, круто! Класс! Мне все нравится. Так, вот здесь вот еще должен быть... А, вот он. Смотрите, здесь вот я открыла каёбочку, а тут все навьё. Это грузики чистенькие. Ровненькие, красивенькие. Масло. Вот он, вот про что я говорила. Это у нас... смотрите, вот видите счетчик. Каретка прошла. Хоп, ряд посчитался. Обратно ряд посчитался. И вот так. Все. 7, 8. Вот. С помощью него переключаются ряды. Так, это у нас для отбора иголок. Это у нас ниточка, которая в комплект входит. Кордная нить, или как называется. Это у нас ключ специальный.
Короче, я буду сейчас во всем разбираться досконально и обо всем вам расскажу. Дополнительные иголки. Так, декеры на одну, на две. Здесь вот так, такой вот кармашек, куда их складывать. Это, ой, как он называется, нитиноправитель, заправитель. На три, на одну декер. На три и на две. Так. Это щеточка. Чистить, чтобы там ничего лишнего не скапливалось. Это у нас парафинчик, который на стойку ставить, чтобы парафинилась пряжа, если она вдруг какая-то ворсистая. Так, здесь все показала. Здесь у нас в крышке лежит дополнительное плечо каретки. Это у нас нитиноправитель. В мешочке еще все чистенькое, новенькое. Вот это вот что такое, не могу понять. Вот это. Кто знает? Кто знает, напишите мне, пожалуйста. Вот, а так вроде я во всем разобралась. Все, сейчас начну, прямо сейчас начну вязать. Вот. Мастер-класс хотите? Я сейчас быстро вам состряпаю. Да, я вам еще не показала каретку с обратной стороны. О, смотрите, какое навье. Красота, все блестит и светится. Супер, я очень довольна. Так, я ее не вставила. Еще раз. Оп, вот, все, зашла. Тут у меня иголки выдвинуты. Ой, как мне нравится. Так, и вот эта каретка тоже. Смотрите, навьё, 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 навьё. Девочки, я через какое-то время все равно буду ее продавать, потому что это такой промежуточный вариант для того, чтобы попробовать, научиться и понять, какие функции в вязальной машине в дорогой мне нужны, и уже, так скажем, осознанно принять решение о хорошей машине. Вот, а я думаю, что кто не собирается покупать дорогую машину, тому вот это тоже пригодится. Так что вот смотрите, какая она новая, какая она красивая. Убивать я ее не собираюсь, я ее буду потом через какое-то время продавать. Скорее всего. Вот. На этом у меня все. С вами была Юлия и мой факультет рукоделия. Пока-пока!